По традиции, заседание началось с присуждения ученых степеней преподавателям, выдачи благодарственных писем, а также награждения за победы во всероссийских конкурсах. Сегодня мы получили благодарственные письма и дипломы за участие во всероссийском конкурсе дипломных работ. Выпускные работы 2013 года наконец получили свои награды. Это первые и вторые места призовые, и для Южно-Уральского государственного университета кафедры экономика и менеджмент-сервис это очень приятное подтверждение работы преподавателей и студентов. На повестке дня первого в этом году заседания ученого совета подведение итогов научно-инновационной деятельности университета за 2013 год, анализ состояния и перспектив развития магистерского образования, а также выдвижение работ на соискание премии Российской Федерации в области образования. Цель работы университета – повышать качество выпуска специалистов, повышать уровень и масштабы научно-исследовательской деятельности и входить в рейтинги мировых университетов. Вот цель университета на ближайшую и среднесрочную перспективу. В завершении заседания ректор ЮРГУ Александр Шестаков напомнил, что в этот день, 27 января 1944 года, произошел героический прорыв блокады Ленинграда. Члены ученого совета почтили память погибших торжественной минутой молчания.